Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Дима Дмитренко рассказал о следующем этапе конкурса «Свадьба на миллион». Четвертый этап – самая спортивная пара Дома-2. Целую неделю пары будут бороться, показывать свое мастерство на выносливость, физическую подготовку, смекалку и так далее. Ника Шукурова опубликовала доказательства того, что Илья Ебаров ей звонил, что у них были поцелуи и объятия на поляне. «Ебаров, ты лжец», – пишет она. «Ты обещал, что Новый год проведешь со мной, орал и ревновал, не пускал меня в клуб, звонил, проверял, где я. А теперь говоришь, что не звонил, не писал, не целовал, не обнимал. Фу, да какой же ты мужик после этого, ты трус». У Майи Донцовой было свидание с новеньким Петром, который пришел к ней на проект. «Мы играли в теннис», – пишет она. «Петр предложил объявить нас парой, на что я отказалась. У нас отношения с Захаром, хоть он и косячит постоянно, но мы вместе». Тата Абрамсон и Валера Блюменкранц вернулись на проект, но, немного подумав, они все-таки решили окончательно его покинуть. Валера пишет: «Друзья, вы можете больше за нас не голосовать в конкурсе «Свадьба на миллион». Я и Тата покинули проект окончательно и бесповоротно. Здоровье нашего малыша нам дороже всего на свете». Мама Таты Абрамсон проговорилась, что если бы не беременность, она бы все сделала, чтобы Тата бросила Валеру. Ну а коллектив остался в шоке от поведения ребят. Сергей Кучеров, новый молодой человек Саши Харитоновой, готовится к ее приезду на поляну. «Жду, когда привезут материал для покраски стены», – пишет он. «Готовлю комнату к приезду Саши». Глеб Жемчугов после ухода с проекта, как и многие другие бывшие участники, устроился на работу в магазин Дмитрия Солдатова. Вот некоторые комментарии. «Работа для неудачников проекта». «Вот Глеб докатился, только что на Сейшелы на халяву летал, а теперь работает у Солдатова». «Филиал Дома-2. А когда-то орал на Лобном, что кроме творчества ничем заниматься не желает». В сети появились снимки Ольги Жемчуговой с молодым человеком. Глеб не удержался от язвительного комментария в адрес жены. «Хочу поздравить тебя, Оля, с тем, как все успешно у тебя развивается. Одному быть плохо, злыми делает одиночество». Оля купила для своего сына маленькую собачку. «Мой пирожок будет в восторге». Татьяна Владимировна Африкантова продолжает наслаждаться своей популярностью в народе. «Часто на улице в центре города к нам подходят поклонники Дома-2, и мы вместе гуляем. Слева на фотографии от нас Никита, он собирается нас везти в монастырь, 120 километров от Москвы». Подписчики женщины недоумевают, неужели ей нечем заняться дома, неужели не хочется в новогодние праздники побыть с семьей, а вместо этого она собирается ехать так далеко с незнакомыми людьми. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.